Подозрительная гибель дочери актера Владимира Конкина Софии обрастает новыми деталями. Оказалось, что после бассейна молодая женщина должна была встретиться с неким мужчиной. После публичного обращения Владимира Конкина расследованием смерти его единственной дочери занялись правоохранительные органы. В материалы дела попала переписка Софии Конкиной и ее возлюбленного Михаила Серова. Из сообщений понятно, что отношения между влюбленными оставляли желать лучшего. Михаил то и дело обвинял Софию в чрезмерной расточительности и любви к алкоголю. Та же, в свою очередь, жаловалась, что мужчина давит на нее, ведет себя неадекватно. В новом выпуске скандально известного шоу, пусть говорят, появившийся в студии Михаил Серов признался, что начал менять отношение к Софии Конкиной после всего, что всплыло с момента ее гибели. «Я считал, что любил ее, но сейчас уже не уверен. Конечно, я по ней тоскую. Но после ее смерти я стал узнавать очень неприятные вещи. Якобы она параллельно еще с кем-то встречалась, говорила про меня гадости. Какая тут любовь?» Задал риторический вопрос бывший любовник. Михаил Серов продолжает настаивать на том, что в смерти Софии Конкиной нет криминального следа. Он считает, что женщина утонула из-за алкогольного опьянения. Ранее мужчина рассказывал, что был случай, когда София перебрала со спиртным, потеряла контроль над собой, и ему пришлось ее спасать. Между тем, журналисты выяснили интересную деталь. Якобы в тот роковой день, сразу же после посещения фитнес-клуба, София Конкина должна была пойти на свидание с неким мужчиной. Кем именно, пока держится в тайне.